Всем привет, с вами Дэн. Я снова гуляю по городу. Как я люблю делать. Между прочим, в нашем городе трамвай появился один из первых вообще в Российской империи. Хотя мы уже давно не относимся к такому. И вот один из старых трамвайчиков, который был частично отреставрирован. Сейчас он будет ехать к нам навстречу.
Вот о чем я хотел поговорить с вами. А для чего вообще этот канал, мой самопальный видео? Дело в том, что я создал этот канал для того, чтобы тренироваться. Тренироваться снимать видео, тренироваться говорить, тренироваться монтировать, скажем так, в обучающих целях. Дорогие мои друзья и все подписанты, я очень вас прошу оставлять комментарии под моим видео, чтобы я понимал, что вам нравится, что не нравится. Хочу знать, что такое хорошо и что такое плохо. Какие из моих плейлистов вам понравились, какие видео вам нравятся, какие не нравятся, комментируйте, говорите свою фу, говорите свои за и против. Поэтому мне очень важно, чтобы был какой-то отзыв, какая-то отдача. Ведь я учусь, на кошках тренируюсь.